отбирали в стройотряд самых достойных студентов техникума. С каждым из них заключили трудовой договор. Бойцы были задействованы в техническом обслуживании сетей, в составе действующих бригад, а также в строительных работах. Для этого был проведен инструктаж по технике безопасности. В первый день работы будущим электромонтажникам показали, как управляют энергосистемой Черноморского побережья, рассказали о работе подстанции «Сочи», познакомились с электротехнической лабораторией. И вот уже финиш. Сегодня бойцами летних студенческих отрядов становятся многие, но вы для нас в Сочи останетесь первыми. Это прекрасный старт. Вы проявили себя в работе, получили хороший опыт, новые впечатления. За каждым бойцом стройотряда был закреплен наставник из числа опытных специалистов. В подарок сотрудникам сочинских электросетей студенты подготовили стенгазету. Я благодарю данное предприятие за то, что приняли нас на работу. Нас очень хорошо приняли и относились к нам уже не как к простым студентам, а как уже к будущим профессионалам. Как могли, помогали всячески советом. Ребята сами признаются, завершив обучение в техникуме, будут проситься именно в филиал «Кубанинерго», где они и получили первое представление о работе. В будущем данные студенты, если захотят остаться работать в отрасли, они будут уже непосредственно иметь какие-то знания, приобретенные опыт и навыки работы в электросетевом комплексе и могут, конечно, у нас остаться. Более того, у нас есть договоренности с ресурсным центром о том, что все выпускники данного центра могут прийти к нам на работу. И хочется выразить отдельные слова благодарности непосредственно самим ребятам, которые приняли участие в жизни нашего коллектива. Они проявили себя отлично не только в труде, но и в социальной жизни нашей компании. Студенческие стройотряды работают на объектах «Кубанинерго» второй год подряд, и желающих стать участниками с каждым годом становится все больше. Это не только новые впечатления, возможность самореализации, но и отличный профессиональный старт. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.